Это самый мерзкий фильм, который я когда-либо за свою жизнь видела. Нет совершенно сомнений, что вот этот главный персонаж — это сама мерзость. Да, вот в этом совершенно никаких сомнений нет. Но хуже всего то, что вот эти авторы фильма, они попытались представить в лице вот этой мерзости весь чеченский народ, чеченскую культуру, чеченские адаты, чеченский дух и чеченский менталитет. Но истина заключается в том, что вот эта мерзость никакого отношения к чеченскому народу не имеет. Почему? Потому что вот эта мерзость создал именно Путин по своему подобию. И вот эта мерзость есть именно продукт Путина, да, это его творение. А Путин есть творение вот этих либералов, которые поддерживали его приход к власти, поддерживали его войну в Чечне, поддерживали геноцид чеченского народа. Это знаете, как в книге Мэри Шелли есть книга «Франкенштейн». Вот этот Франкенштейн создал вот этого монстра, вот эти либералы создали вот этого монстра, который делится на две головы Путина и Кадырова. И сейчас пытаются от этого монстра избавиться, но не знают, как избавиться. И пытаются вот этого Кадырова приписать к чеченскому народу. Почему они это делают? Потому что они осознают, что вот эти либералы, да, они сейчас осознают, что Украина рано или поздно выиграет в этой войне, что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. И сейчас они пытаются вот этого монстра, да, приписать к чеченскому народу, как чеченский феномен. Но, пардон, это творение именно Путина, а Путин творение вот этих либералов. И знаете, как сказал Джохар Дудаев, когда давал формулировку вот этим русистам, да, он сказал, русисты — это самые аморальные и безнравственные люди, которые вычленяют самого слабого и пытаются его добить. Вот это сейчас либералы и делают. Они вот взяли самую слабую жертву, самую незащищенную жертву, это чеченский народ, потому что чеченский народ сегодня находится под дулом 100-тысячной армии. Этот чеченский народ сегодня не имеет открытого доступа к своему легитимному правительству за рубежом. И этот чеченский народ сегодня не имеет доступа к организациям, да, к примеру, к международным организациям по правам человека. То есть этот чеченский народ находится в такой блокаде и в дыре. Вот они взяли эту самую слабую жертву, и вот эти либералы, вот эти имперцы, да, пытаются отыграться на этой карте чеченского народа. И я считаю, что это не то, что высшая форма цинизма, но это, несправедливо это, неправильно, так не должно быть. Это явная попытка дискредитировать чеченский народ и представить чеченский народ как, я не знаю, каких-то нелюдей, которые живут по законам средневековья. Это не так. Это потому что вся вот этот человек, который там в главных ролях, да, все, что он делает, это противоречит полностью нашим мандатам, нашей культуре, нашему духу. Как сказал Джохар Дудаев в своей книге «Термисты путь к свободе», мы гордый народ, мы никогда, чеченский народ никогда не опускался до такого уровня. И вот этого главного, да, вот этого персонажа никто и не знал до тех пор, пока Путин его туда не поставил. Этот главный персонаж был серой мышкой, которая работала на побегушках у своего отца. Чеченский народ его не знал до тех пор, пока его Путин не создал по своему подобию.